Всех приветствую! Здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики и гости моей странички. Давайте мы сегодня вместе с вами посмотрим интересный вопрос. Он звучит следующим образом. Что будет, если вы его отпустите? Сейчас очень много запросов по личным отношениям. Я решила сделать общий онлайн расклад. Но то, что вы о нем вспоминаете, да? У нас, видите, шестерка кубков выпала. Также смотрим поток. Что же будет, если вы его все-таки отпустите? Давайте посмотрим вместе. Смотрим на картах Таро. Ну, вам действительно сейчас очень одиноко, но с другой стороны, у вас внутри огромный свет. И вы этим светом можете освещать путь, дорогу даже другим людям. Поэтому вы сейчас набираетесь мудрости, вы сейчас проходите какой-то духовный урок. Нужно немножко избавиться от иллюзии, потому что вы, знаете, в таком замешательстве, не знаете, что же вам делать, что же вам выбрать. Да, отношения действительно были с вашим человеком, мужчиной, разрушены, но если вы его отпустите, у вас будет огромный рывок вперед. То есть вы будете четко понимать свою цель, вы будете четко понимать, куда двигаться. И действительно нужно предпринимать какие-то активные действия. То есть человека действительно отпустить. И события будут разворачиваться с огромной скоростью. Какая-то ситуация у вас действительно, знаете, вот по справедливости. Каждый получит то, что он в результате заслуживает. Но все решения вы должны принимать с холодной головой. И карты говорят, начинать абсолютно новый путь. Сейчас у вас состояние, когда вы к себе как-то не подпускаете. И нужно, конечно, время для того, чтобы залечить ваше сердечко. Опа! У нас идет тут даже шестерочка. Любовники. То есть говорят о том, что вы, когда залечите свое сердечко, у вас будет возможность познакомиться с мужчиной, с новым. И действительно соединить, знаете, так вот свои души и тела. Но вы очень хотите стабильности. И сейчас у вас такое состояние, что вы почему-то, ну как, сидим, висим, ждем, ничего особо не делаем, хотя эмоции вас уже переполняют. И эмоции, и идеи, и тут, знаете, вот такой внутренний огонь уже есть. Нужно найти такую точку опоры, найти равновесие. Действительно будет шанс войти в какую-то новую реальность. Научиться свою энергию как-то сберегать, не распыляться. Это вот тоже очень важно, девчонки. Ну, действительно, все будет прекрасно, поэтому не переживайте. Идет десяточка кубков, а тут у нас идет иерофант. То есть, действительно, вы какой-то духовный урок проходите, как я сказала в самом начале. Но все решится прекрасно, поэтому если у вас такой вопрос возник, карты говорят однозначно «да, это нужно сделать». Все, я всех обнимаю, давайте на связи, пока-пока.